Это босс, ему 11 месяцев. Начальная дрессировка. Хорошо. Лежать. Хорошо. Только начал заниматься, буквально 2 недели. Давай. Первой команды уже знает. Без поводка работает. Не отвлекается. На собак, на лай собак не отвлекает. Не, машина не идет, я смотрю. Команда сидит на выдержке уже есть. Вон, инструктор. Команда ко мне. Подходит садиться. Команда лежать. Ну, еще ложится как щенок. Он так и ложится. Команда ко мне. Команда рядом. Рядом. Еще забывается. Рядом. Посадка при команде рядом. Рядом. Немножко ленивый. Особо не хочет утруждать себя. Немножко отстает. Ну, это всего 2 недели. Его привезли из сельской местности на дрессировку. Совершенно не социализированно. Но это 2 недели, и собака уже изменилась так, что даже не узнать. Команда сидеть на выдержку. Команда ко мне. Посадка и команде ко мне. Лежать. Команда лежать. Как щенок опять лег. Он не ложится, он корректировал. Команда ко мне. Немножко ленивый. Бежать не хочет, но он очень крупный. Такой степенный кобель. Очень жарко, потому что он уже только что бегал, игрался. Уже немножко подустал. Команда стоять. Он еще ее не знает, но в принципе он чуть-чуть знает, да, но еще не выполняет. В принципе, у него есть выдержка. Да нормально, для 2 недель нормально. Команда ко мне. Очень психика, конечно, крепчайшая психика у собаки. Не обращает внимания ни на кого. Люди ходят, собаки лают. Очень сильная связь с дрессировщиком. Глаза смотрят. А молодчина какая. Огромный кобель, конечно. 11 месяцев. Огромный. Он подустал. Ну, подустал, конечно. Я тоже бегал, потому что люди ходят. Настоящий будущий комиссар Рекс. Лежать. Но ложиться красиво не хочет. Ну, тоже красиво. Так тоже красиво, он считает. И ложиться как хочет. Подустал, конечно. Бегал только что. Прыгал, бегал, игрался. Красавчик.